блок, бедварс, еще то, из кубу, то, что это. Экварс я в основном играю по выходным, когда я не записываю видео, потому что надо там и всех побеждать. Кстати, моего друга я выиграл всегда его выигрываю, потому что ну, что-то он такое легкий, это, но я всегда припываю, да? Дело одно. Указательным пальцем тикаю по его человеку. Если он куда-то, например, влево двигается, да? Например, влево. Значит, я большим пальцем двигаю. А этим дальше, что мне как играю. В основном я играю как тремя или даже четыре пальца я играю, четыре, и как бы так, вот потом скин, я как-то его изменил, никто же меня не смотрит, никто там меня не смотрит, ну все хорошо, писаться. Короче, я записываю вот это последнее видео. Дальше разбирайтесь сами. Я не буду записывать до Нового года. На Новый год я решу записывать. Никто же не смотрит. Так что ждите в Новом году. Вот видео, что изменилось за все. Зиму, эти места, сушиться. Я расскажу это в Новом году, так что у меня не будет всего что два места. Будет. Так что примите лишнее, но больше нет слов. Отмечаю вот эти скины, потому что когда я, например, задоню себе на аккаунт, я уже как бы буду эти скины покупать. Да. Как предположил, смотрите, первое то, что это подкрутан, типа это кольцо. Фортуна вот называется, кольцо фортуны. О, мне одно задание. Очень хорошо, одно задание выполнил. А когда оно было, я все задания. Да, я еще в это время не записывал это видео. Я все там задания выполнил. И подкруто было нормально. А сейчас еще одно задание, такие же. Не знаю, вот, ребята, смотрите, у меня друзья сколько. Не знаю, но там можно только 500. 500 друзей только можно пригласить. А так, у меня меньше. Я могу листать. Меньше друзей, чем около 130, наверное, или 140. Это такое, вот. Можно его вдруг заметить. Как бы фантик. И как его зовут там? Исанек. Ну, мы с ним играем только в бет, потому что мне надо руны поднимать. Потому что как мне руны поднимать-то, если у меня нету 30 пьевки и защиты. И Асуры. Асуры я сам выбью, потому что Асуры это легче. Легче бота. Чтобы выбить пьевку 3-го левела. Вам понадобится 300 сундуков
алмазно. Представляете, 300 сундуков алмазно. Это будет сложно. И чтобы это выбить, вам надо потратить, смотрите, сколько. Так, 10 тысяч ключей означает либо... 10 тысяч ключей, это у нас сколько? Получается у нас как бы, как скажем, 20 сундуков. Как скажем, 20-40. Вот. Дальше. Если еще бесплатные сундуки, например, 20 или вообще 100, замечательно. У вас будет 120 или 140. И не хватает вам еще, будет еще где-нибудь 100, 20, 30, 40. Кажется, 140 не будет еще хватать. По итогу 320, допустим, да? Из 320 должно выпустить всего что 2 пятки третьего левы. Ох, это будет сложно, ребята. Вот выбивать из сервера сложно. Так как, поскольку мне будет сложно. Вот, я ищу, где какие там пазлы надо потратить, какие-то пазлы сейчас поищу. То, что там пазлы или еще что-то. Ну, понятно, здесь по 7 дней надо. Здесь надо 7 дней ждать. Это что, я должен потратить все пазлы на эти 7 дней? Это, я не знаю, 7 дней потратить надо, 7 дней. Ой. Короче, даже не тратьте свои эти, а тратьте то, что вам надо. Ключи. Тут монета. Монета там по одному, что ли, штучку. Одна штучка и все. Ох, все. Я жду. В новом году я проверю, сколько просмотров все за это набрал. Чтобы я все за Новый год проверил. Подписаны. Все просмотры посмотрели мои видео. С вами был Дамбер YouTube. Всем пока, пока и подпишитесь.